Здорово, шатер, смотри, как в цирке, да, смотри. Угу. Он огромный шатер. Да, кстати, это идея, да? Деду надо сказать такую идею. О, огромная какая. Ты только разрушаешь сухие деревья, ладно? Вот эти я разрушаю сухие. Ну, сухие только, да. Такие. Минут звонок, вы уходите с урока, и у вас 5 минут перемены, чтобы дойти до следующего класса. Когда вы пройдете все классы... Как же не получится? Сейчас мы погоняем это. Делится. Давай перейдем тройку сорвать. Тройку сейчас. Короче, пишет. Калининград на руке. Один маркер вдвоем рисуете. Один маркер, да. Ты у нас всю северную часть знаешь. Так вариант. Своей партнерши встает вот по эту сторону. Красиво подают руки. Поменяли партнершу, другую нашли, встали в партнерши. Еще обращаемся. И то же самое третий раз. Лодочка, стоим, то же самое, в другую сторону. Батарейка, скорее всего, посмотри, может быть, здесь есть... Батарейка? А есть спирт? Сухой спирт. Ага, сухой. Есть? Занимайтесь, ребят, спирт. Занимайтесь. Это есть спирт. Это сухой спирт, кстати, Паш, да. Сухой горит. Чем тоньше, тем выше. Сразу, наверное, наш. Так, давайте ногами следуем. Один? Что значит один? А, там еще другой готовится. Совсем не грамот. Поэтому надо фигарить прям, как будто мы еще это... Да может он специально так говорит. Ну слушай, мы это проверим сейчас. А носильщики одни и те же, я смотрю. А, у них просто женщины там. А, больше два носильщика. Отгадать литературное произведение, назвать автора. У вас всего 10 минут. Не торопимся, значит, да. И три подсказки. Первый вопрос. Молодой парень терял любимых. Дом купили для женщины. Который живет, женщина собирается съезжать. Так, ну чего? Вы что, любите историю? Нет. Другой. Ледовый побоище такой. Шведы. Слоне, что ли? Мамонты. А что? Это конь. Это конь. Троянский конь, нет? Да. Троянский конь. Троянская война. Крест. Тевтонско-литовское нападение. Крестоносцы. Крестоносцы, да. Ледовое побоище. Ход крестоносцев. Ход крестоносцев. Крестовый поход. Вулкан, вулкан. Вулкан. Извержение вулкана. Помпеи, да. Супер. Крепостные выгнали, крепостное право, 1812-й, освобождение от крепостного и это право, да. 1861-й. Извините, да. От Рождества Христова. Гвоздь. При правлении таком-то. Ага, кенгуру. 1 апреля.
Спутник. Спутник, Союз, Восход. На Луну ступили. Да, высадка американцев на Луну. Вторая мировая. Вторая мировая война. Нападение, когда кончился? 39-й год, что там? Разорвал? Ромб. А что это такое? Прицел. Серп и молот. Грудь, эмблема, 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 футбол, эмблема, футбольная эмблема, Спартак Москва, Спартак Москва, футбольная эмблема, Спартак Москва, а ромб спартаковский, восстание Спартака. Вот это вообще молодец просто, вообще. Это был огонь просто, вообще вы молодцы вообще. Ну просто, блин, классно было, класс, вообще классно. Просто вышли с ним. Блин, вам очень шикарно. Вам надо отдельной труппой выступать, мне кажется, это было бы. Мы, короче, просто решили пополоскать это, отмыли, короче, голову. Он очень не скажет. Надо у того, кто чувство юмора нет, чтобы он не смеялся. Нет ошибок 5, одна ошибка 4, 3 ошибка 3, ну, больше 3 никто не делал. Пробуй учитель. Да. Четверг 4 числа 4 четвертку часа лигурийский. Не смейте, кто смеется, ой. Красавчик, красавчик. Вера кричит, я в шортах замерз, давайте быстрее. Команда, 3 по 5. Нет, 3 по 5. Готовы? Так, еще. Команда готова? Да. Да. Все, 7. По подсказке сразу. Это ты несколько раз повторяешь, да, одно и то же? Все, поняла, да. Не знаю, что это. Я понял, забудьте про смысл, просто рисовал. Это не то. Один балл. Да вот она. Я видела, нет, она такая была. Она вот пролетала. Обязательно явно. Ниже, ниже, Андрюха. Нифига, тараканчик какой. Тараканчик. Перекидывай его. Молодец какой, а. Опа, ничего, ничего. Ну, тут, тут это, Вер, надо ну, понять, Вер, ладно? Строго не судите. Ты его поставь, переставь, да. Молодец. Вот, отлично. Молодец. Молодцы. Давай. На широко, меняйте. Обнимашечки. Вот, да, да. За свободу вам. А еще она говорила. 5, 4, 3, 2, 1, 0, все. Стоп. Где кружечка? Молодцы, молодцы. Красавчики. Я тебя не боюсь. Отдай мне черный. Ребята! Давайте. 11А здесь? Групповая обнимала. Групповая обнимала. Чистую палочку. Что? Ребята получают по рюкзаку. Yeah.